Доброе утро, это Оля Марами. Я уже нашла для вас массу увлекательных интернет-новостей. Пристегнуть ремни, поехали. Любителям красивого освещения и необычной мебели посвящается следующая новость. Компания TeamLab представила мебель из разноцветных светящихся кубов. Из блоков можно сложить стул, кресло, стол и так далее. Такая мебель, кроме всего прочего, может еще и освещать комнату. До запуска продукта в массовое производство компания намерена снизить вес кубиков, а также снабдить их аудиоэлементами. Да, какое удобное и красивое кресло, пуфик, табуретка, кровать, стремянка, полка, люстра, ночник, унитаз, наковальня. Ролик, который мы вам покажем, можно назвать так: «Прощай, лес» или «Здравствуй, табуретка». В сети мы обнаружили суперумную автоматическую пилу, которая самостоятельно выпиливает предметы мебели из бревна. Вот, до чего техника дошла. Скоро преподавать уроки труда в школах мальчишкам будет автоматический трудовик. Хотите иметь свой дом, но не имеете такой возможности? Всемирная паутина предлагает отличный способ решения жилищного вопроса. Сделайте себе будку и назовите ее домом. Как это сделал архитектор и дизайнер Ванбу Ле Менцель. К слову, его дом занимает площадь всего в 1 квадратный метр. В не очень просторных апартаментах имеются 2 окна, крыша, закрывающаяся дверь и раскладывающийся стол внутри. А если положить дом на одну из стен, помещение превращается в спальню. Ура! Ролик, который сейчас мы покажем, я думаю, вызовет у вас одно желание. Желание съездить в Беларусь и увидеть всю эту красоту своими глазами. Природа, замки и церкви под цветом ночного неба. Романтические сумерки летом. Все в объятиях звезд. Ищите фильм на Vimeo «Беларусь у Абдымках Зарак». Какое ваше нелюбимое время года? Если то, которое сейчас за окном, то следующее видео вам точно понравится. Его создали ненавистники зимы. Ролик о не самых сказочных сюрпризах погоды дает вам уникальную возможность сказать телевизору что-то вроде: «Ну, я же говорил, что зима – это не очень круто». Мир природы и красивые пейзажи помогают человеку обрести спокойствие, гармонию и даже здоровье. Если вы давно не смотрели на закаты, рассветы, лес и озера, что ж, это не моя вина. Прямо сейчас предлагаю полюбоваться на подборку красивых кратерных озер. Как правило, они образуются при наполнении водой вулканического кратера. Так как кратер имеет обычно форму круга и высокие стенки, озеро в нем имеет мало притоков и почти не имеет стоков. Да, чудесное творение природы. Как будто нарисованное невероятное зрелище. Зимой ездить в машине с подогревом хочется не только нам, девушкам, но и котам. Это выяснилось из следующего ролика. Житель неизвестной фермы предпочитает баран-такси с подогревом. Мягкие сиденья, климат-контроль, все как надо. Нравятся ли вам ленивцы? Я сейчас не про разновидность голубцов, а про монотипное семейство неполнозубых млекопитающих. В общем, вот про таких зверьков. Этот кровожадный ленивец поражает молниеносной атакой. Каждое утро на 5-м все интересное, что появилось в сети. Оля Мрами, отстегнуть ремни.